Приветствую, друзья, с вами Зидыч, и сегодня у нас будет обзор по Густаву 14-му новому Мессершмитту патча 1.47. Многие уже называют его практически имбой, потому что его боевой рейтинг 5.0 это такой же боевой рейтинг, как и у Густава 6-го. Хотя при этом многие отмечают, что по характеристикам он лучше, и по сути правы, потому что мощность двигателя Густава 14-го несколько выше, чем у Густава 6-го. Но все равно самый быстрый Густав это все-таки 10-й. В любом случае для БР 5.0 у нас очень хороший клим, потому что мы оказываемся выше, чем большинству наших противников, по крайней мере, если нас нормально забалансило. В частности, я имею в виду советскую или американскую авиацию. Со спитфайрами немножко сложнее, особенно с 9-м. Сразу хочу рассеять один миф. Кто-то сказал, что Густав 14-й настолько маневренный, что даже спитфайра 9-го может перекрутить. Это абсолютная ложь, такого быть не может, ребята. И исторически, и в игре всегда мессершмитты, видя, что противник на спитфайре идет в вираж, уходили из боя пикированием. Имеется в виду ситуации, когда мессершмитт поравнялся по скорости со своим противником на спитфайре. Разумеется, шансов у мессершмитта практически нет даже у самого маневренного Фридриха, хотя есть еще более маневренный Эмиль, но я его не рассматриваю, поэтому для меня вот именно Фридрих это, как я не знаю, идеал немецкого мессершмитта. В общем, Густав 14-й маневреннее, чем Густав 6-й, тем не менее он уступает Фридриху. Но фишка в другом, если они не будут стоять в обычном горизонтальном вираже, а будут играть через вертикаль, то Густав 14-й окажется лучше, чем Фридрих, опять же за счет мощности двигателя. То есть Густав 14-й перевесит Фридриха. Теперь давайте сравним Густав 14-й с 10-м Густавом. И здесь очень важным моментом является боевой рейтинг. Да, мы немножко уступаем по характеристикам, в частности, в скорости, в мощности двигателя Густаву 10, тем не менее, БР Густава 10 5.7, а у нас пятерка, и эти 0.7 очень серьезно решают. Именно из-за них Густав 14 будет гораздо оптимальней по своим характеристикам и по своему боевому рейтингу для нагиба в рандоме, потому что Густав 10 периодически попадает к Биркетам, Грифонам, Темпестам. У Густава 14 эти противники тоже есть, но гораздо реже. Вот на данный момент, видите, да, у нас бои идут против P-51, против Тайфунов, и, соответственно, это не такие уж и опасные противники. Мы можем их даже перевесить, как вы видите сейчас на экране. Теперь давайте перейдем к возможности маневренного боя на этом самолете. По сути, они есть, но, к сожалению, спасибо патчу 1.47, что-то сделали с закрылками, и поэтому это ограничивает, несколько ограничивает наши возможности в маневренном бою. Приходится избегать их использования, вот надеюсь, что в ближайшее время это все, конечно, поправит, но пока что, к сожалению, мы не можем выполнять некоторые маневры. В основном я не использовал закрылки и, соответственно, приходилось работать исключительно тягой и выбирать оптимальные траектории. Тем не менее, даже с этим набором можно неплохо пропускать противника, но лишь на начальный период маневра, потому что потом, когда скорости падают, и мы без закрылков ничего не можем толкового сделать, к сожалению. Ну а сейчас я покажу один полный бой. Итак, карта Норвегии. Я хочу сказать, что закинула нас очень серьезно, я бы сказал максимально. Противниками будут грифоны, ну и соответственно другие не менее мощные самолеты. И это отличное испытание для Густава 14-го, я бы сказал оптимальное испытание. Как видите, уже традиционно мустанги оказываются ниже нас, они не могут нас переклинить, но я хочу отметить, что обе нации, слава богу, кстати, для немцев это сделали, появление сразу в небе, да. В Норвегии теперь появляемся мы сразу в небе, и это большой плюс для немецкой авиации. Итак, мы проводим стандартную тактику, начинаем с соколиного удара или бум-зума, учитывая то, что у нас имелось преимущество в высоте. Как видите, мы довольно неплохо доворачиваем во время атаки, кстати, мы могли бы подубрать немножко тягу и, соответственно, лучше доворачивать во время пикирования. Тем не менее, мы этого не делали, потому что понимали, что и так довернем, и теперь можно уходить. Но самое интересное будет чуть позднее. Обратите внимание, на нас уже идет Грифон. Очень мощный самолет британской авиации. Мы сейчас будем тянуть его в сторону Б-17. На самом деле, оторваться от Грифона у нас не получится, поэтому придется принять бой. Он у нас на 6 пробивает маслобак. Что же нам делать в такой ситуации? Мы выполняем сплит. Да-да, ребята, мы будем втягивать его в маневренный бой. Хотя можно было уйти пикирование, но я хочу его сбить. Ухожу под противника, сейчас я выполняю петлю. И смотрите, во время выполнения петли, когда я вижу, что противник ниже, сразу начинаю размазанную бочку и сбрасываю, убираю тягу.
Хочу пропустить немножко противника, но он резко доворачивает. Я даю тягу в полную, ломаю траекторию, чтобы уйти выше. И здесь снова сбрасываю тягу, чтобы в ножницах его сбить. Прострел. Противник уходит вверх. Мы не попадаем, но это не страшно. Главное, что противник, не имея практически скорости, уходит вверх. На маленьких скоростях спидфайры долго разворачиваются, в то время как мы делаем оптимальную траекторию. Мой союзник его атакует, но, к сожалению, не попадает. Как так? В любом случае, мы доворачиваем за счет того, что у нас была оптимальная траектория, а противник был без скорости и не смог быстро развернуться. Теперь он вынужден уходить пикированием, но мы в этом параметре лучше Грифона, и он от нас не уйдет. Теперь мы можем добить этого засранца. Как видите, я воспользовался неопытностью своего оппонента. Будь я на Грифоне, давно бы сбил уже этого густого 14-го. Ему нужно было, после того, как он сломал траекторию, сразу кренить самолет вниз и добирать скорости. Держать скорость на Спитфайре следовало где-то в районе 260-270, не меньше. Ну а здесь уже ничего страшного, нам подставляет плоскость Мустанг, мы его сбиваем. Самого опасного противника, а именно Грифона, который сидел у нас на 6 и имел все карты для того, чтобы нас сбить, мы все-таки победили. И здесь уже практически идет атака на проходах, без каких-то рисков для нас. Снова хочу вернуться к теме о закрылках. Опять же, я напомню, что они ограничивают возможности густого 14-го, да и в принципе любого самолета, который может использовать закрылки не только в режим посадка, такие как спидфары, а вот как яки, лавки и, соответственно, мистершмитт и в режим бой и взлет, потому что спидфайрам без разницы, они закрылками не пользуются, им только вот в радость то, что закрылки теперь вот настолько испорчены. Вот мы, например, не можем теперь позволить себе нисходящую спираль, в которой закрылками могли дополнительно гасить свою скорость и пропускать вперед противника. Того же Грифона я мог бы гораздо эффективнее пропустить вперед и, соответственно, сбить, если бы у меня были нормальные закрылки, которые не рвались бы при скорости 340 в режиме бой. В любом случае, я питаю большие надежды, что эту ситуацию все-таки исправят, потому что не верю, что на таких маленьких скоростях даже в режиме боя рвало закрылки. Этого быть не может. Не могли же самолеты пользоваться закрылками в бой на скоростях 260-250, тут и до сваливания недалеко. В общем, ладно, оставим эту тему, надеюсь, меня услышат, и не только меня. Ставьте, ребята, побольше пальцы вверх, чтобы как раз-таки это видео разнеслось как следует. Ведь тема, дорогие друзья, очень острая. Ну а теперь подведем небольшой итог касаемо самолета. В целом хочу отметить, что на данный момент, если брать вообще Г-серию, серию Густавов, то это самый лучший самолет вообще в исследовательской ветке Германии. Но лучше не по характеристикам, а в совокупности с характеристиками и боевым рейтингом. Потому что, как я уже сказал, его не так жестко балансит, как 10-го Густава, и на нем можно очень хорошо гнуть. Я не раз говорил, что в Люфтваффе мой любимый самолет это Фридрих. Теперь к нему добавится, пожалуй, еще и Густав 14-й. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ну а лайки, я думаю, вы и сами поставите. Всего хорошего и удачи в небе War Thunder. И ждем исправления закрылков.